Олег и лунные неприятности. Я вам еще покажу, негодники в масках. Он больше не будет использовать этот трюк. Луна сегодня огромная. Завтра вас ждет сюрприз. С ней произойдет что-то удивительное. Я читала об этом. Ха, что ты вообще знаешь о Луне? Рассуждай лучше о перышках. Лунная девочка, что ты здесь делаешь? Слушаю, как вы болтаете о том и о сём, бла-бла-бла. Я многое знаю о Луне. Может быть, но кто обладает лунной энергией? Ха-ха-ха-ха! А Луну оставь мне. Я прочитала целую книгу о ней, так что я эксперт. Ну и что завтра произойдет? Затмение. Луна исчезнет. Исчезнет? Луна освещается солнцем. Когда Земля заслоняет свет, происходит то, что называют... Затмением? Супер! Да. А? Лунные мотыльки? Чего они хотят? Похоже, они интересуются затмением. Может, они хотят что-то нам сказать? Может, но это не важно. Если что-то пойдет не так, я разберусь. Герои в масках спешат помочь! Вперед, герои! Это наша ночь! На город опускается ночь, и отважная команда героев бросает вызов гадким негодяям, чьи злодеяния пора остановить. А Майя превращается... В Оле! Грег превращается... В Гекко! Да! Конор превращается... В Кэтбоя! Герои! Так, вот Луна. А вот лунная девочка. Она словно буксует. Я знаю, что пытались сказать мотыльки. К самолету! Луна начинает тускнеть. Я знаю, что с лунной девочкой. Когда Луна теряет энергию... То же самое происходит и со мной. Ты догадалась? Я хотела это сказать. Мой лунофор прошит, и лунный магнит не работает. Поэтому я и отправила мотыльков. Мне нужна помощь. Помощь? Может, для начала дашь мне сказать? Ладно, Олет, ты же понимаешь, что она нервничает. Лишиться сил – это же ужас. Да, ты прав. Но мне нужен веский повод, чтобы помогать злодеям. Веский повод, говоришь? Вот он! Лунная девочка, тебе не уйти! Я заберу твой магнит и луноборд! Ромео хочет их отнять? Но зачем? Они ведь не работают. Глупая птичка, как только затмение закончится, они заработают! И он использует их для своих целей! Я глупая? Не стоит так бурно реагировать! Ромео с лунной силой – это кошмар! Мы должны одной командой остановить эту робоконечность! Видишь, я помогла ей. Я бы не сказала, что это помощь. Видишь? Туда лети! Лучше б я управляла этой штукой. Попробуй теперь нас найти, Ромео. Считаешь меня глупой? Ага. Эй, может, уже хватит? Это все она! Мы должны помешать Ромео реализовать его план. А каков его план? Я не знаю. Мотыльки слышали лишь часть. Это некий проект «Лунный сюрприз». Лунный сюрприз? Это что, игрушка? Не волнуйтесь, он нас не найдет. Мне удалось его перехитрить.
перехитрить? Он тебя перехитрил! Конечно! С помощью следящего устройства! Я сделал вид, что потерял вас, а на самом деле я за вами следил! Спрячьте лунаборд и магнит! Мы остановим робота! Кошачий прыжок! Луна, ты утратила свой блеск, зато я свой нет. Хватит! Наша цель остановить Ромео, так ведь? Слушай, можешь хотя бы сейчас не ссориться с Олет? Я постараюсь. Ты тоже постарайся, Олет. Мы ведь на задании и должны быть готовы к трудностям. Она трудный человек. Ладно, я поняла вас. Помешать Ромео – вот наша цель. Шаг первый. Надо перестать убегать и сразиться с ним, чтобы сорвать его план. А это мысль. Для этого его нужно разыскать. Ага. Я использую совиный взгляд. Нет, мотыльки это сделают. Что? Совиные глаза все видят. Мотыльки видят все. Птички-невелички, вон он! Рядом с площадью? Нет, он вон там, у школы! Видишь, что они показывают? Стой! Это мой самолет! Вот он! Я знала! Нет, он там! Смотри! Он сразу в двух местах? Этого же просто не может быть! Галлюцинации беспокоят! Это всего лишь голограмма, глупый котенок! Вот почему он был виден в двух местах! Вы были правы обе! Ну, скорее обе ошибались! Не трогай мой глайдер, ты железяка! Эй, он мой! А лунаборд теперь мой! И надо же! Луна опять появилась! Ой-ой! Катастрофа! Ромео завладел лунной энергией! Я подключил к лаборатории лунаборд и магнит! И теперь могу управлять Луной! Сюрприз запущен! Моя Луна! Она принадлежит всем! Я во всем виновата! Из-за моих ссор с тобой Ромео нас перехитрил! Мне не стоило тебя провоцировать! А мне так реагировать! Но это в прошлом! Вперед! Разберемся с ним вместе! Сейчас мы спустим Луну к штабу героев в масках и раздавим его! Это не игрушка! Мы сорвем его план! Настало время героев! Готовы? Совиный луч! Совиный ветер! Конец! Спасибо. А теперь твоя очередь. Эй, а ну перестань! Защекотать его! Прекратите! Тянем влево! Нет, вправо! Котики-бегемотики, любят же они спорить. Шары! Прибор, ты будешь работать!
Луна снова блестит, а мы с блеском справились с заданием. Так ведь? Значит, твоя сила вернулась, лунная девочка? Естественно! И знаешь, для негодницы в маске ты довольно прикольная, Олет. И ты, лунная девочка, когда отвлекаешься от своих злодейств. Я не собираюсь надолго отвлекаться от них. Пока, паиньки в масках! Герои в масках, вот это ночь! Мы снова всем смогли помочь! Привет! Представляете, через мой супертелескоп можно так хорошо все рассмотреть? На нем осталась лунная пыль. Да. Надеюсь, когда будет следующее затмение, меня ничто не будет отвлекать. Я надеюсь, оно пройдет спокойней.